Здорово, здорово, ребят. Ну что, мы продолжаем сегодня проходить Dark Souls 3. Значит, за локацию с церквями мы закончили. Завалили там дьяконов, которые кучками нападали. Дальше продолжаем. Собственно, из той локации я сразу же портанулся в Цитадель Ферона. Дальше у нас по плану Цитадель Ферона. Ну а там уж дальше как посмотрим, как карта ляжет. Ладно, поехали. В эту локацию я забегал только посмотреть. Как говорится, можно всех посмотреть. И тут поблизости, в принципе, все выбрал. В эту жизнь вступать надолго нельзя, потому что она тебя травит. По идее, мне вот куда-то в ту сторону. Ладно, давай, полетели. Ближайшее вот тут вот озеро. Ой, точнее, островок. Но на этих ребят можно, в принципе, внимания не обращать. Пусть себе там ползают эти пятна. Кинопридира. Только с работы поел, включил ПК. Спите, утром крайняя смена. Здорово, кинопридир. Как говорится, приятного аппетита. Так, может быть, оттуда вот туда добежит. Блин, я не знаю. Давай попробуем вот дальше обойти. Тут придется перебежками носиться. Вон тут что-то вкусное лежит. И вон там. Давай, в принципе, что, траванемся, наверное. Один мох сожрать-то не проблема. Каменная фарма. Я не знаю, что это такое. Здорово, тостер. Давай долетим до конца. Отравление. Ну, это понятно. Гнилая смола, кстати. Пригодится? О! А ты тут что забыл? Я таких труба шатал еще давно. Так, ну давай, давай, давай. Ну, цена на него такая же. Треснувшая красное око. 2700 за чувака накидывают. В принципе, неплохо. Можно и порубить. Уголь на така. Ну, это, видимо, для оружия что-то. Так, так, так. Надо как-то вот это дело аккуратно обойти. В принципе, отравление уже на мне висит, так что... Пойдем, пойдем, потопим. Главное ничего полезного не упустить. О, вот это вот серьезные ребята. А что, цель не отмечается? Надо его забэкстебить. Потому что он очень жесткий. Готово. Первый раз я такого убиваю, кстати. До этого сколько раз не пытался, он меня убивал просто вообще на изи просто. Здорово, Игорь. Здорово, Вольф. Так, ну и давай туда. Конец, а что это такое? Хуя какие тут демоны. Это, видимо, типа крабов, короче, местных. А почему их двое только, я не знаю. Блядь, стоит туда идти, нет? Может, костерок какой здесь где-нибудь неподалеку? Заодно и полечимся. Осторожно, монстр. Единственный монстр это здесь я. Бас. 300 за них навалили. Только эти почему-то с этим как. Эти ребята уже с мечами тут тусят. Погасить пламя. Хрен его знает, что это даст. Ну, давай. Бля, я, наверное, в DLC вошел. Походу. Бля, это косяк. Кажись. Ага.
одно из четырех, я так понимаю. Тут, конечно, очень информативно все это было. Я сделал хуй знает. Что-то сделал. Но только к чему, это вопрос, конечно, большой. А, впереди костер. Но это не тот костер, который будет, который мне нужен. Бля, разводят, суки. И чё, что этот костер? Ну, по идее, одно из пламени я погасил, и типа должны какие-то ворота открыться. Я вот не знаю, это вход в DLC, либо же нет. Вообще, все это странно очень. Да хуйнюшки висят, давай собьем. Вдруг чего? Да, мимо. Тоже не то. Нет. Это, видимо, волшебные декорации. Может, одну из сволочей выманить сюда, попробовать хотя бы порубиться с ним. Так-то. Тут же у нас проходов, ничего, да, никаких. Бля, нездоровые, сука. Не хотелось бы туда лезть. Отравление, понятно. Иди сюда. Их четыре. Фига. Пролезет? Армаз пролезет. Вот на острове надо от ней биться. Там хоть какой-то шанс. Ну ясно. Они, короче, медлительные. Но какую-то штуку на меня навешивают. Верное, давай всех убьем. В принципе, это возможно. Все равно отравление на мне висит. Ничего у вас там страшного нет. Сюда пробежим, короче. Блин, это большая локация, кстати. Давай, иди сюда. Нормально, они легкие. Мне главное от костра дамага не кинуть. Мне не пришло, увидел. Дарья, привет. Не пришло? Ну. Вино. Ах ты, сучка. Вот у нас YouTube, видишь, пути, как говорится, YouTube неисповедимы. Он когда-то присылает уведомления подписчикам, когда-то нет. Кому-то приходит там спустя вообще двое суток после стрима. Такая тоже херня была. Так, ладно, давай той же дорогой. Абсолютно не деформируя, сломанем туда. Бля, и эти же тоже там клоуны сейчас заново всех рубить. Что-то я так и не понял, как он меня замочил. Ладно. Так, еще и тут еще один. Вот это у него подача опасная. Та-та-та-та-та, тихо-тихо-тихо. Бам, готово. Меч тьмы, поножи тьмы. Ну, понятно, я у него уже весь сет собрал. Я тут маленько перед стримом побегал, пофармил душ. Чтобы левел себе немножко поднять. Где-то тут. Где-то тут меня замочили. Да, вон, вон души валяется. Чё, кто орёт? А, я еще про эту падлу забыл. На тебе, Бэкстэп.
Готово. Короче, главное забэкстебить. Тогда они вообще нормас. Ну, я так понимаю, то что мне не обязательно заново все зажигать. Давай-ка похилимся. Вот. И теперь призываем вот этих ребят. Там их, короче, 3 штуки. Пока он у меня добегает, я... Ну, хоть немножко и снесу. Все, текаем, текаем. Дарья Кононен, хороши тебе игры. Я завтра навел приду. Спасибо, Раш. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну. Надо валить, да? Нет, я успел. Так, отравление на мне до сих пор, да? По идее, где-то должен быть здесь костер. Где-то рядом, блин. Но там уже стопудово стена, как бы, там дальше мне будет не пройти. Все, удираем. В общем, главное на его мотыгу не попасть, когда он ей лупит. Но тут костер. Это вот меня больше всего смущает. Аба-ба-ба-ба-ба-ба. Блять. Ну почти этот, как его, почти на 1 хп меня, сучка, оставил. Плюс еще отравление, надо не забывать. Так, последнего, да? Шляпа Фариса. Да, она стопудово пососна. Ну что это такое? Беда какая. Даже смотреть не буду. Херня. Хорошо, что меня заново травануть не могут, когда я уже отравленный. Вика сюда, последний. Вот они что-то троем охраняют, вкусное по-любому. Будет, конечно, обидно, если это какая-нибудь душонка. Ну, типа, душа там какого-нибудь путника в пятихатку. Это будет, конечно, не очень. Так, вот этих ребят... Ага. Ну и что ты, где ты-то? Я, наверное, слишком далеко от нее убежал, да? Ты, блядь, курица, иди сюда. Давай, 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 давай. Все. Мы ее согрели. Теперь надо валить. То ли я застрял где-то, то ли хер знает. Лютые чуваки. Просто хер его знает, стоит ли туда бежать. Меня может вообще зря напрягает. На босса мне по-любому в другую сторону идти. Да хер ты угадал, чувак. Бам, бам. Еще. Вот, нормас. Ну то, что с него дают, это у меня уже в полной мере, так сказать. Все это есть. Бля, главное троих получается, двоих получается завалить, а третьего нет. Бля, там тоже что-то валяется. Так, ладно, душу сначала забираем. Блять, мышь сраная, сука. Я 19 косарей просрал. Вот почему? Почему иногда их получается забэкстейбить, иногда хуй.
Че за хуйня? Бэкстеп примерно работает, ну, процентов на 85-90. В других случаях тебя спалят. Так-то можно и от этого пионера отъехать, как это делать. Ну, в принципе, мне уже терять нечего. Суки рваные. Надо, короче, как-то по-другому немножко обходить эту баромойку, которая прыгает на тебя. Так, берем ее в захват. Да, точнее к спине надо подходить. Ну и рубить как можно шустрее. Да. Понял, принял, как говорится, что. Осколок титанита. Давай вот там еще чучело какое-то шароебится. Ну давай быстрее. Ну, по этой жиже вообще плохо бегает. Двуручный меч. Ну, да. Что это такое? Так, ну это такие, но только, короче говоря, они либо прямоходящие, либо на четвереньках. Сука. Давай, давай, давай. Оп, оп. Да, свидульки. 250 за них дают. Так, я походу уже потерялся, куда шел. А, можно, короче, вообще попробовать наебать вселенную, короче, и прямо вот для этих здоровых пробежать. Давай так попробуем. Сука, и там тоже что-то вкусное валяется. Короче, как вариант, можно попробовать залезть наверх, с лука пострелять. Антон, всем привет. Здорово, Егорыч. Бля, мне теперь, чтобы душу забрать, надо гораздо дальше проходить. Но я хотя бы в курсе, что там замок стучит. Ну отъезжайте, блядь. Утыра. Упало что? Да. Треснувшее очко его упал. Короче, надо хотя бы как-то попытаться здоровых завалить. А вот здесь эти приблуды я уже собрал, да? Угу. Так, ну давай. На мягких лапках подходим. Оп, оп, оп. И пропердолим его кинжалом. Не работает бэкстеп. Че это гниде надо, я не знаю. Как-то так. Так,
Давай вот отсюда попробуем в этих клоунов пошмалять. По идее, я должен их сверху увидеть. Тут же у нас... А, вот, еще один. Тут вообще все надо запоминать. Так, где они? Где они стоят? О. Сейчас мы как эти, как десантники. Вот так. А хуй попал вообще. Мне его не видно теперь. Короче, все сгоношились и подходят вот сюда. Слушай, ну, в принципе, есть резон с стрелами, их по чуть-чуть вот так вот. Чем вот в этот замес лезть. Каждая стрела, ну, хоть по чуть-чуть сшибает. Да, это займет времени, но я хотя бы живой останусь. И с полными флягами. Да-да. Этому больше всех досталось. А они мне... Так, они мне тоже... Нет, они мне не достают вообще. С них какие-то черепа летят, которые тоже тебя дамажат. Да нормально, они сейчас потихонечку, но отъедут. Каждую примерно стрел по 10 затандолить и нормально. Странно, я должен был попасть. Ну, видимо, по шерсти ему пролетает и все. Ну все, почти минус один. Оп. Прям в башку, кстати. А в голову им больше урона приходит. Ну-ка, вот так вот. Нихуя. Один. Сейчас второй. Опыт. Ну-ка, вот так вот в голову, наверное, попадет. Да, слушай, попадает. Неплохо. Безопасность превыше всего. Да, блядь, задолбали ходить. Вот. Сейчас он отъедет. Ты не ори. О. Короче, в одного осталось одну стрелу запустить. У другого штуки триггер. Где-то так. Все, этот сдох. Сейчас он встанет. Вот так вот. Широкую на широкую. Хуяк. Самый неудобный, короче, третий. Ну-ка, а с какого ракурса? Может, я по-другому его увижу? Вот отсюда я его увижу. О. Тут вообще три штуки таких. Бля, и там костер. Твою маковку, а. Ну окей, давай по низу сначала. Мне бы и тех не сагрить еще. Было бы замечательно. Не вижу я. Уёбывает с меня Леголас. Давай так. По идее, он должен на место вернуться. Даже вот как-то так примерно. Надо, по идее, все обойти понизу, а потом уже в центр зайти также понизу, и потом уже поверху тут шакалит. Потому что... Значит,
вся локация будет не пройдена. Так, где он? А, вот. Прям в башку. Хера. Угу. Ну, в принципе, с этой точки я, как вариант, могу его добить. Надо-то ему разок треснуть. Он пока бежит до меня, я уже попаду в него. Наверное. Да, блядь. И хорошо, что мне стрел надо. Ну и все. Ну и до свидос. Короче, у них тут какой-то самоцвет лежал. Пока особо не знаю для чего. Ну, стопудово к оружию относится. Не заточка, херочка, еще что-нибудь. И вот тут вот дальше. У нас товарищ что-то охраняет. Угу. Обойдем. Обойдем. Бля, тут их двое. Ну, тогда только так. Сука, и тут же второй подбежал. Ну как, откуда он взялся? Еще кто-то есть. Да? Нет, смотри-ка. Вот этот, наверное. Если это не NPC. Нет, это не NPC. Его надо домочить. Тихо, не торопись. Готов. Бля, я сам чуть не отъехал. Твою мать, еще и второй. Да вы угораете, что ли? Че это много-то? Ну нахрена ты его пнул-то? Давай, давай, давай. Ого, я ему стамину, главное, сбиваю. А мне на удар не хватает. Я тороплюсь, потому что. Все, наконец. О, грибы, кстати, они были в первой части. Свиток знатока. Ну, этот свиток у нас, надо его отдавать этому какого-то. Тут он там в храме огня, короче, там кто-то тусит. Какой-то мужик или баба, я не знаю, не помню. И он типа подобные свитки собирает. Бля, еще и крабы. Да вы угораете. Пизда. Тут с крабом бодаться что-то не очень хочется. Они, сука, бешеные вообще. В принципе, можно краба наебать. Но вот это нет. Так, и я, получается, таким образом вообще всю локацию, да, огибаю. А я как раз вот эти вот дела тут и поджигал. Вот этот, короче. Эта дорога у нас к этому. Это дорога с боссом, походу. Бля, очень много говна тут. Очень много ползающего говна. Алмаз. Осколок кости. Это получается, можно типа свой эстус поднять. Это надо к костру. Потом. Угу. Короче, я вот эту штуку здесь зажигаю. Одну типа запалил. Надо две, чтобы босс открылся. А вот здесь у нас есть костер. В принципе, кроме краба. Микраба, так-то локацию я обошел. Угу.
Вот костер. Да давай, наверное, и посидим, чё. Вот, для трех здоровых я уже все, что надо, взял. Надо только до обойти эту локу и все. Понесли аж просто, блядь, ебашит и ебашит. Сколько мне сейчас ударов, наверное, 15 одновременно прилетело. Угу. Все, все, я понял. Я понял, где я нахожусь. В принципе, давай, наверное, краба и тоже наебем. Наебем краба, пособираем, что нужно. И слинять. Короче, первостепенная задача. Главное, на лишнего никого не наткнуться. Еще кто-то бежит. Бэкстеп. Кто? Нет, все. Бля, меня развернуло, я ж потерялся, где я. Так, вот он, краб. Давай собираем, короче, сначала по контуру. Что есть? Сгусток с малым. Сейчас он подъебет. Я выйду, заберу. Вот это вот. Кто это его хуярит? Его кто-то лупит. Добейте, пожалуйста. О! Он аж присел, короче. Я не знаю, кто, но мне кто-то помогает. Спасибо, чувак. Да, что-то я расслабился. Надо, чтоб краб туда ушел. Red people. Фига. Блядь, все ударит вовремя. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, лечись на ёб твою мать. Он начал ходить, тупить и не лечиться. Я не знаю, в чем дело. Там еще и глубина, которая мне нормально бегать не позволяет. Так, мне не сюда. Интересно, мне опять так же повезет. Он начнет стрелять по этому крабу. Было бы здорово. Точняк, надо душу восстановить. Ну давай, давай, давай. Пиздец. Ну почему-то его пинает. Он еще не хочет его бить даже. Надо стоять как-то за деревом, короче, и получать тот момент, когда краб бьет мимо текстур. Да, и вот так вот его лупить, короче. Блять. Наебаный ты урод. Навали ты нахрен оттуда. Блять. Я, короче, сам замудился.
Так, давай души забираем. Вот и все, он тут бегать не может. Ну, потому что глубина. От него только перекатывает. Убери, что тут уголь, хуйня, такого много. Короче, тут походу ветки все. Корона зари, давай, 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 бегом. Так, пока краб получил пинды и валяется. Блять. Он почти подох. Бам. Я его типа добивать должен в этот момент. Все, он сдох. Как сказал, с медлящим драконом. Молодая белая ветвь. А что за кольцо такое? Где оно? Вот. Увеличит продолжительность действия заклинаний. Нет. Я не за мага. Наконец-то я выбрался с этой херни. Короче, что, можно по кругу теперь оббегать все это дело. Но мне, если что, вот сюда. Там у нас будет босс. Ну, погнали вон. По светящимся точкам будем идти. Тихо. Слушай, там еще наверх можно. Осколок титанита. Давай, короче, вот все сюда на пригорок поднимусь. Чисто из любопытства. Вот. Есть тут кто? Выпить суп из Эссуса. Ну, он меня просто похилит, короче. Давай. Поистусимся немножко. Меч, трава, волчьей крови. Хуяси. Где он? А где? Меч, трава, волчьей крови. Он еще как-то выглядит забавно. Кстати, тоже вроде ничего такой меч. Но он как-то вот вообще без плюшек каких-то. Много весит. Ладно, песни. Меч, трава, волчьей крови. А где он? Бля, придется все читать. Рано, но его нет почему-то. Ну да, это не кольцо явно. В щитах его тоже нет. Ты подобрал-то только что. А, вот это какая-то хрень.
свидетельство, что сторожевой пес Фарона исполнил долг. Это надо кому-то в этом отдавать. Давай сюда заберемся. Поднимемся, посмотрим, что есть. Может быть, здесь еще второй факел находится. Ну или костер. Или вообще босс. Ну, нихуя тут здание. Видение. Оружие в каждой руке. Да, надо вокруг сначала бежать, потом сюда лезть. Что там мне тут сдается, тут какой-то или мини-босс будет, или что-то такое. Костер. Окей. Я даже посижу. Бля, ну это большая локация вообще. Этикет легиона. Попроситься к ковенант. Хер знает, давай. Сторожевые псы Фарона. Угу. Угу. Что-то я ему дал. Не надо как-то разговаривать. Нет. Ну слушай, как было это в первой, в принципе, части, ты типа этот какого, ну вступаешь в какой-то ковенант, и он на тебя как минимум не нападает в этой локации, то есть уже может быть плюсом. Ковенанты типа можно менять. Давай до конца, короче, леса бежим, потом посмотрим, что можно тут сделать наверху. Да, идите в очко. Так. У нас там вот что-то мигает в конце. Угу. Ну давай так вот обойдем. Да, ну тут до хера таких плюшек валяется прям. Главное на врагов не напороться, потому что в глубине я от них далеко, ну, далеко не уйду. Безымянный рыцарь. Понятно. Это, скорее всего, просто обычный рыцарский доспех. Давай с этим побьемся хотя бы. Не попал? А. Ну, слишком много урона вливается с помощью черепов. Хотя бежать недалеко. Потом, короче говоря, поднимаемся на башню. Скорее всего, там зажигается второй костер. И уже топим к этому. Топим на босса. Угу. Надо вот этого валить. Когда он сдохнет, так и будет хорошо. Сначала души заберу, потом желательно на какой-нибудь островок бы встать, пострелять в него. Так я, наверное, его не убью просто.
крутиться-то, еб твою мать? Нет, сначала, короче, он будет выполнять те действия, которые ты прожимаешь. А потом только делать хилы. Сука поганы. Ну я забрал, в принципе, все, что надо возле этого чувака. Не вижу прям большого смысла его тогда убивать. Отличное начало. Бля, души мои там аж. Ну давай так попробуем, я не знаю. Он ходит туда-сюда. Очень не зря. Точнее, не просто так. Давай, лечись. Хорош. Блять. Я только что просрал 19 косарей душ. Как бы этого урода-то завалить, а? Вот идет ебливый черепа, короче, вот он тебя намажет, а он добивает. Ну, кстати, вторая штука, которая погасить надо. Серьезно, ты уже тут? Блять, тут их двое. Пизда мне, походу, да? Да, они меня просто затыкали нахуй, да и все. Да, пизда, я просто, ну, что тут можно увидеть? Просто, когда у тебя куча шерсти перед камерой вот так вот мелькает, это пиздец. Ну, я не знаю, как они с них съебаться. Либо чтобы паровоз с собой не тащить, валить по одному так же. Иногда сложность мобов в том, то, что они просто большие и загораживают камеру. О. Так, давай, может быть, с этого острова будет его видно. Шерстяную жопу. Вон он там ходит. Ну-ка, давай. Хоть раз попал в него. Уедь. Так, ну что, как мне с ним воевать-то? Ну, блядь, дай подойти так себе. Уёбок, а. Просто подача одна остается, блядь, и он тебя валит. Ебанутый ему. Это пизда.
Я, конечно, не гинеколог, но это пизда. Сейчас еще раз попробуем. Прямо на этом острове ему как следует надавать пиздюлей. Ну-ка, чуть-чуть ему фаерболов, я думаю, не повредит. Гандон. Вот так вот. Слушай, а ему заебись так достается. Полечимся. И еще. Бам. Бам. Нормас. Супчика. Жалко, суп у нас магию не поднимает. Ну что, есть резон, конечно, их лупить прямо пиромантии. Они у нас шерстяные, горят хорошо. Так, вон там второй. Блять, там и третий. Плохо дело. Короче, до ступенек надо добраться. Попробуем там его пиздюлить. Если он сагрится вообще. Я его не вижу. Он где-то по прямой должен стоять. Ладно, хер бы с ним. Давай, короче, пособираем тут все. Косточка возвращения. Кстати. Да-да-да. Я тут был. Я почти по кругу все прошел. Каждый, сука, моб. Просто тебя может захуярить с трех ударов. Ну, он тупо прыгает на тебя жопа и все. И ты, короче, теряешь половину здоровья. Их надо, блядь, очень быстро забивать, просто чтобы они не успели к тебе подойти. Прям чтобы не давать ему прыжков. Так, ну окей. Первого, короче, гандона можно явно пиромантией завалить. Иди сюда. Со второй стрелы, я так понимаю, ему урон не прилетел. Чё, где он? Угу. Он меня не заметил. Я чё, тихо сказал? Ну все, он заметил. Давай, 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 ближе. Ой, не то. Бан. 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 Сука, объебать все равно успел. Еще и башку свою сраную кинуть тоже успел. Такие пидоры вообще. Короче говоря, я по тому мобу, который наверху находится, я понял, что я обошел эту всю локацию по кругу. То есть, по идее, сейчас зажигаем костер. И по этим же ступенькам возвращаемся. И к боссу.
Блять, он согрелся. Что за хрень произошла вообще? Что за атаки у него новые? Ну давай, быстрее. Короче, честно, комите. Блять. Сука, ебучий череп, а. Это было весело. Просто последний череп. Я думал, я его на мужика, короче, успел завалить. Но пизда. Как говорится, надо выдохнуть и дать ему пизды. Да почему, блять, кто? Почему это говно сюда прилетело? Слишком много подачи летит в тебя. Потому что эта гнида, блядь, хвостатая, согрелась. Это весь. Ну, понятное дело, он 50 раз не прибегал, а 52-й он прибежит, ёпта, обязательно. Короче, 4 пизданутых моба, которые охуенно мешаются. Угу. Ну вот эти вот, я не знаю откуда они, просто мог он прибежать, я просто не понимаю. Короче, ёбнутые мобы вот эти два. Давай, чё ты там в трёх соснах заблудился? А. Блять, да вы угораете что? Сейчас он не подходит, потому что просто не хочет. Почему-то он бежит в другую сторону. Я просто дважды летит 15 голов, короче, и потом он своей палкой тебя добивает, просто и тебе пиздец, как бы. Ты ничего делать не успеваешь. Головы типа самонаводящиеся. От них нормально не уйти. Вообще какой-то ёбнутый чувак. Вам локация от сцены бесит. Андрей, она меня. Лёха, я в тебя верю.
Я тоже в себя верю. Блять, ну он правда ёбнутый. Сука, ты попадешь в него, нет? Ебать, целых 3 хп у него снял. Праздник, походу. Все? Пиромантия, он устойчив, заебись. Так, блядь, от этих голов ебаных съебаться. Сучьи бошки. Давай. Хорош. Теперь надо второго такого же захуярить. Каким-то образом. Где ступеньки? Вон там? Да. Вон там этот Питер стоит. В принципе, можно к нему не подходить, попробовать его отсюда согреть. Давай. Оп. В башку на полтинничек. Она ж охуела, не понял, откуда прилетела. Это я. И иди сюда. Угу. На отхил он начинает, блять, прыгать, потому что ты до этого за 3 секунды, по-моему, или за 4 нажал прыжок. Потом он только соображает то, что ему прыгать надо. Это пизда. Крайне тупо, короче, он с этими здоровенными пидорами себя ведет. Андрей Тихонов, терпение о тебе. Ну да, спасибо. Это, блядь, пригодится. Тут надо вот достаточно вот этих вот двоих пидоров замочить. Если вообще, в принципе, даже второй не сагрится, то достаточно одного. Вот и туси там, гондон. Оп. Прыгай. Полетели головы. Все, он не врезается. Кстати, он их дважды выпускает. Вот откуда, блядь, такой урон. Цель бери его. Цель бери. Вот. Еще. Бам. Давай. Много времени занимает вот эта вот анимация, когда он зажигает свою пироманскую залупу. Ну давай попробуем второго, пока не бесить. Мы по краю обойдем. А надо что получается? Сначала, короче, я потушу огонь, потом попробуем прогуназывать. Ну их нахер. Так, ну он не сагрился в этот раз. Короче, сначала огонь, потом все остальное. Теперь у нас дорога к боссу открыта. Там еще мини-босс наверху, на башне. Тоже не мешало яйца отрезать. Так, ну этих ребят явно пиромантия не прокатит. Так, аккуратненько. Вообще в идеале было бы его забэкстебить.
Да хуй там. Ты только подходишь, блин. Просто три прыжка тебе сразу же, блядь, просто без передыха. У тебя нет даже возможности, сука, замахнуться. Он тебе на трижды на тебя прыгает, и тебе пиздец. Вот как нахуй так? К нему не подойти, потому что он встает, он даже видит тебя, когда ты со спины, блядь, к нему подходишь. Я не знаю, либо, короче, бомбой в этого пидора долбануть. Кстати, а чё мне там, в принципе, надо-то? Пламя я потушил. Душ там немного валяется. Давай наверх. О, ящерка, иди сюда. Да иди ты сюда. Мерцающий. Но это можно будет качнуть. Впереди призрачная стена. А здесь у нас что получается? Что за проход вообще? Там лифт. Он на самую верхнюю башню, да, ведет? Да. Давай сначала призрачную стену я долбану. Посмотрим, что там есть. Пепел мечтатель. Ясно, понятно. Так, ну поехали наверх. Я так понимаю, тут еще выше, да? Да. Оп, послание. Может быть, это демон? Да, это мини-босс, короче. Время пришло, снаряд. Да. MR.Toaster. Бегом подъезжать. Ну, он этот демон, короче, такой же в первой части, они просто взяли его и оттуда срезали. Только он в первой части был сначала зеленым, потом огненным, а теперь он обычный, ну, какой-то пепельник, не знаю. Та-та-та-та-та. Кидай. Кидай. Блять, ну давай, давай, давай. Уходи. 81, мало. Короче, бомба на него не действует. Сейчас попробуем его пиромантии, но, блин, я не знаю. Взял смолу, просрал еще. Ай, беда, разрушение. Ну, в принципе, я отсюда недалеко ушел. Их, блядь. Почему лифты не на месте? Постоянно такая хуйня. Я подбегаю и падаю, чтобы упасть просто вниз. Площадки нету. Площадку надо каждый раз, сука, вызывать заново. Охуенная анимация была. Дернул воздух. Ну чё ты там? Застрял? Андрей, тихо. Это было эпично. Нет, это было фиаско. Эпично, когда мы его сейчас зарубаем. Короче, чё, надо раздеваться догола. Хули эти шмотки, они только меня замедляют. Все, теперь я волынский хохол. Ага, с усиками. Да и в принципе все. И этот гандон. Сейчас мы его сначала чуть-чуть попиромантим. Иди сюда. Опа. У тебя. Быстрее, блядь, пей свою хуйню.
Надо близко к нему находиться. От камней мне не уйти. Как обычно, надо заходить ему за жопу. MR.Toaster. Похлопали господа этому герою. Рано. Надо за жопу заходить, как и всем этим демонам, которые были в первой части. Подходишь к нему вплотную, надираешь ему очко. Но бомбы на него не катят. Прямо ему прям в обосранных портках жопу нам должны надрать. Он хоть и шустрый, но это медленно. Ну, в смысле, хоть и лупит сильно, но он не очень шустрый. Блять. Пизда, вообще подойти не дает. Пока я отставал, короче, от подачи его камнями, он меня ёбнул своей дубинкой. Пиздец. Ну, дергай тут за лупусы. Кстати, она реально на член похож. Андрей Тихонов. В одном сложновато. Фишка этого босса в том, что надо просто к нему в определенный момент подойти. Я вот в первой части... О! Вот, и он мне нихуя делать не успевает. Тихо, прожжок, блядь. Пик. Уёбок, блядь. Он меня поймал. Прям надо ему как борцуха в ноги бросаться, короче. Когда ты у него под жопой, он ничего с тобой сделать не может. Он может только прыгнуть. В этот момент, когда он подлетает, надо отпрыгивать от него. Ну и потом обратно сразу же бросаться ему в ноги. Дело то, что он меня поймал. Я вот не помню, предыдущие демоны в первой части душили, нет? Ну, в смысле, ловили тебя так, чтобы выжать из тебя соки все. Хотя хули тут давить, он и так как курага, блин. Хуйня, сейчас заебеним. Больше всего попыток у меня в первой части занял как раз тот самый босс, которому я вернулся второй раз, вот такой вот. Пока я понял, короче говоря, пока мне повезло к нему так подойти. Вот, он лупит, сшибает большую часть здоровья, а остальное нахуй добивает камнями. Чисто к нему просто пробраться к этому гондону, чтобы он в тебя... Он рандомно бьет все время. Он сначала может тебя камнями, там, хуями, еще какой-нибудь шляпой замочить. Главное вот в этот рандом хорошо попасть, короче. Чтобы не 5, не 6, и, короче, я ему к жопе пробраться. На первого демона я тоже дохуя попыток потратил. MR.Toaster. Проход как многим удушающий. Да, нужно валить его на бок и ломать ему хуй.
Главное, чтобы не лом. Видишь, ноги встали широкую на широкую. Когда будет нормас. Кстати, щит-то мне нахуй не нужен. Как и интернет ваш. Так что мы сейчас вот так сделаем. Во-во-во, пока он затупил. Вот видишь, как он тормозит? Хуяк. Пока он затупит. Стамину копим. Копим. Блять, он меня поймал. Я не знаю, хватит здоровья или нет? Нет, не хватит. Это ваншот, короче. Надо вот этого, этой ситуации дожидаться, короче. Пока и он затормозит. Ну, кстати, я вот забыл эту фишку, то что надо оружие в две руки хватать. Щит тут вообще не нужен будет. От слова совсем. Сколько? Три удара, короче, ты у него снимаешь четвертуху где-то. Блин, это прилично, надо у него покрутиться. Как обычно, фишка в стамине, короче, упирается. Ну-ка, стрелами, что будет? Я понимаю, что хуйня, конечно. Я вообще, да, не достаю. По 11, 21. Допустим. Любая автос. Нихуя не вижу. Вообще нихуя не вижу. Блять. Либо Эстас. Сука, поймал. На половинку я это огниты снес все-таки. По-моему, да. Есть небольшой резон, конечно, со стрел к нему подползать. Типа хоть какой-то урон. Потом типа быстро переключаться на меч, прыгать в ноги. Ломать ему хуй, короче. Только не жадничай. Два удара. Выпиваешь, два удара, прыг. В принципе, так-то понятно. Надо только скоординироваться. Давай постреляем. Вроде неплохо. Хоть что-то, в принципе. Вообще хуйня делаю.
Надо, чтобы он меня не ловил. Он рукой меня, сука, хватает и пизда вообще. Это ваншот, нахуй. Бля, может чем намазать? Есть чем? Это что за хрень? Понятно, если усилить тесто. Потом. Сжигает. Накладываю тьму на оружие в правой руке. Заряжает молниями. Это нам пригодится с молниями на этого, на Фарона, на босса конкретно. А, давай-ка вот этого мышнягу долбанем. Привет. Если попадешь одной стрел во спину, он заснут на месте и продолжаешь стрелять на смерти. Сейчас я определюсь сам. Сейчас я сам выберу тактику, которая мне более-менее подходит. Слева из-за турку, там стоишь, и он со спиной. К тебе и стреляй. Я начинаю со стрел. Так, давай-ка мы намажемся, короче говоря, вот этой вот бедой. Попробуем его тьмой отмудохать. Пока постреляем. Внимание-то он на меня обратил, только я не попадаю. Сошел с рек. Если схватил тебя, то нажимай все кнопки быстро, и он пустит тебе тот баг. Странно, у меня почему-то стрелы неплохо наносят по нему. Что за дела? Почему так? Я одними стрелами его половину снес. Так, давай-ка похорчаемся. Тихо, эй. Где, не вижу. Бам, бам. Почти. Эй. Долго встаю. Блять. Я даже не просто не вижу, сколько у него жизни осталось. Это печалька. Ну слушай, я сейчас, в принципе, стрелами одними ему дамагу половину нанес. Так что стрелами нормас. Пока он идет ко мне, в принципе, я дважды могу у него пострелять, а потом мечом добить. Вот я не знаю, только тьма у него, сколько сносит урона, какого он наносит ему. Сколько точнее. Потому что мне не видно, он с собой загораживает, не знаю, сколько у него хп остается. Сошел с рев. До перилу слева есть укрытие, там иди и жди, он со спину к тебе тогда стреляет. Сейчас я сам определюсь, куда там что. Пока вот, в принципе, такая тактика заходит. 6. 32. 83.
А что мне мешает просто бегать по этой по локации и немножко в него постреливать? Конечно, это долго он мне прощать не будет. Но я хотя бы могу этим самым много у него забить здоровья. Четверть я стопудово у него сшиб. Но так тоже же безопасен, правильно? Все, стрел нету. Да ты серьезно, блядь? Давай покопаемся в инвентаре, где стрелы. Они у меня в ящике. За ептом. Че, поехали за стрелы? Сейчас у него хп восстановится. Ништяк. Навести порядок в ящике. Где мои стрелы вообще? Серьезно, они закончились? Что делать? В принципе, у него хп один хер поднялось. Так что давай. Заодно я тут. Сошел с рев. Если хочешь так, то беги назад и нить поясницу, и сразу назад он будет со спину к тебе и стреляй. Сейчас, короче, я этот подниму. Где там кость? Вот так вот. Потом чё надо? Угу. Бабла нету, ни хрена. Бля, были же стрелы. Доделись, хер его знает. Ладно, давай купим тогда. Сошел с рев. Нужно раз попасть во спину, и он будет стоять на месте. Вот так вот. Сколько у меня душ? Я посмотрю. Угу. 800. Мы этого мало. Надо конкретно с стрелами затариться. MR.toaster. Бери оптом сразу. Так вот, да. Но больше 99 стрел ты с собой таскать не можешь. Это вот, по-моему, жесткое упущение. В первой части можно с собой косарь было носить стрел. Никто тебе слова не скажет. Я считаю, упущение, блин. 3800. Стрелы, 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 где они? Ну, короче, 700 я могу купить. Пойдет. Угу. Теперь у меня 99, но остальные, походу, у меня там, да, где-то остались. Как это работает, что-то я так и не понимаю. Хуйня какая-то. Хм. 99. Я купил 700. Все остальные у меня в ящике. Вот в этом сраном ящике. Сошел с рев. 35 минус 40 стрел досточнее, но стрелы широк ресурс аурон 45, они лучше. Вот, 600 стрел, они у меня в ящике оставались. И пиздец. Ладно, пойдем.
Пойдем в жопу ему. Не то. Старший, волк, фарон. Да, вот. Вот сюда. Короче. Сначала мы в него шмаляем. Потом... Потом посмотрим. Сейчас мы, короче говоря, сначала ему нанесем урона этим. Ну, что не дергает? А, я уже приехал. Сначала максимально, короче, влить ему урона с лука, а потом уже добить мечом. Мазать меч ничем не буду, потому что, ну, бесполезняк. Я могу просрать. Сошел с рев. Когда стрел скончили, посидишь на костра и пополнишь 99. Я понял. Давай. Ты его заглючил? Нахуй там его заглючил? Заебеним потихонечку. Бам-бам. Так-то дамаг ему прилетает от стрел. Если бегать вокруг, ссыпаю у него половинку. О, давай. Сейчас на сторону. Знать бы, сколько я у него мечом сношу. Ладно, в принципе, так довольно-таки безопасно. Там удобно. Та-та-та-та-та-та-та. Да, полез. Ну, это, говорится, не хержанничай. Свидание. Душа заблудшего демона. Ну, прилично, кстати, он у меня кровью попил. Что за шапка, кстати? Я хотел посмотреть. Ебать, я Робин Гуд вообще. Да. Че это, скал-то там? Вот это, по-моему, да, хрень? Вот эти перчи. И вот эти вот поножи. Бать, сколько у меня поножи и тьмы. Так, почему-то я тяжелый. Да? Перегруз. Сколько у меня процентов-то? М76. Надо что-то другое одевать. Сошел с рев. Там до двери есть спуск, и будешь сзади двери. Там три. В принципе, ну-ка, попробуем. Ну, вот так вот пушистые. Давай без шапки, короче. Большой топор.
Посмотрим, просто посмотрим офсет у него. Угу. MR.Toaster. Пристрелил как собаку. Да. Ой, я топорик. Есть, конечно, резон такой прокачать. Чтоб прям наваливать. Он забавный. Мне нравится. Что он нам дает? А, 32 силы. Но мне типа еще надо 2 левела или 1 поднять. 88, но это не прокачано. В принципе, если его качнуть, то как вариант. Но очень много его качать надо. Короче, и все тут. Угу. А последнюю плюшечку заберем. Погнали на босса. Я еще с Фероном сколько бодаться хреново знает. Да, то, что, короче, мертвого уже умереть не может. Что у нас тут? Впереди тайная тропа. Насколько она тайная? Пойдем. Если что, придется кость жрать, чтоб вернулся. Бля, там биверна. А там веселуха, походу. Она живая, не? Ну, вот там ящерки. Давай ящериц поколотим. Надо с чем-то качаться. Бам, бам. Ящерка. Большой осколок титанита. Я большие осколки титанита для этого меча собираю. Драконий гербовый щит. Не, походу это сдохший. Да, это подохший, верно. Громовое копье. Это у нас... то ли чудо, короче... Это он типа пиромантии, короче. Большой осколок титанита. Да, сейчас... это я не зря сюда зашел, короче. Мы сейчас и меч качтем. MR.Toaster. Посмотрим еще что дальше. Это товарищи на рекливе. Да, очень было похоже то, что... Неверно хочет... Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Что верно очень хочет напасть. Блядь, я ящерку просрал. Ебаные стены, блядь. Кто такой? Нет, до свидания. Серьезно? А чуть на мобе не нету. Сошо с рев. Пти из игру еще вот тут будет. Да? Ну давай. Проверим. Проверим, насколько верно. Не хочется ящерку тратить. Они уж больно редкие совсем. Вот и ящерка. Да, блядь. Да ты серьезно, нахуй? Дела, блядь, опять съебалась текстура от меня. Сучка. Ничего, сейчас запинаем.
Сашо Срев. Ей бей со двух рук. Сейчас одной попробую. Сашо Срев. Убери щит. Ну, естественно, ты убираешь щит, когда в две руки меч берешь. Так. Ага, вот я где. Только не в текстуре. Бам. Давай, 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 быстрей. Да ёбаная ты свинина. О, я успел, ура. Тяжелый самоцвет. Чем это вот так? Он меня долбанул, что мне пол здоровья-то слетело. Сошел с рев. Наверх и бац. Так, давай, наверное, вот там вот еще прогуляюсь. По-моему, тут тупик уже, да? Да, тут уже все. Ну все, обратку мне не вернуться, только наверх прыгать там. Ладно, пойдем тогда на этого, на фараона. Через костер. Куяще я упал. Ладно, и так, как говорится, сойдет. Так, ну чё, на костер можно вернуться в храм тьмы и там, короче, качнуться. Там качнуть меч. Даже два, походу. Сошел с рев. Поднять фляги. Поднять фляги. Потом уже топать на босса. Я вот думал, почему у меня перегруз-то появился. До этого у меня шлем уже был одетый. Вот такой. Теперь 76. Ничего нового я не одевал. Давай по поножам смотреть. Штаны падшего рыцаря не то. Сколько весит? 6. Надо найти типа что-то подходящее. Но чтобы меньше по весу было. MR.тостер. Сошел, угомонись, хватит спойлерить ей богу. Поножи безымянного рыцаря. Добря, у меня везде перевес получается. Штаны чародея, ну. Да, ну нахрена такие штаны тоже тогда таскать? Можно юбку напялить. Туда стопудово перевеса не будет. Либо вот так. Все равно перевес. Бля, ну колец я никаких не переодевал. В чем дело, я не могу врубиться. Почему-то я начал очень дохуя весить. Ладно, пока так. Укрепить оружие. Еще два титанита надо. Мало. Ладно. Угу.
А для меча нужно еще мерцающего, еще один. Чуть-чуть не хватает. Плохо. Передать уголь. Дай бы. Что ты ржешь-то? Крепить оружие. Подожди, тогда закалить его. Вот. Что это нам дает? Пам-пам. Вот дополнительный. Магия плюс идет. Отравленный самоцвет, конечно, МР штука прикольная, но... Может, стрелы? Да нет, я ими не часто пользуюсь. Если бы я ебашил бы как Леголас, тогда понимаю, а так-то чё? Стрелы нет смысла прокачивать. Точнее, тут не стрелы, тут лук надо прокачивать. Но я лучше этот большой осколок титанита оставлю, чтобы меч прокачать, а нахер мне лук прокачивать? Чё весь делать? Там магические всякие приблуды, чтобы их таскать, надо интеллект поднимать, там где звездочка нарисована. 14, чтобы у меня инты было. Осторожней там. Так, у нас вот этот чувак что-то, по-моему, да? Ему? И какие-то там укрепить пламя пироманта. Снова титанит. Бля. Вот все просто на титаните тут завязано, я смотрю. Да. Я посмотрю, может, кому-то еще какие-то свитки можно отдать. Я там, по-моему, парочку каких-то поднимал. Передать пепел. Что за длинной пепел у тебя с собой? Это пепел глупца, от него не будет ни толики, ни пользы. Ни толики пользы. Где тебе попалось такое? Ну же, расскажи. Расскажи. Ясно, понятно. Жалко утешение, цепляться за предвечные мечты в этом умирающем мире. Нет. Стрелы не из-за веса. Они не добавляют массы. Я уже бегал, у меня было в кармане 99 стрел. Не то. Давай-ка вот этой смолы мы приобретем парочку. Я думаю, на пару забегов хотя бы мне хватит. К боссу имеется в виду. Вот у нее что это такое? Полностью восстанавливает ОК. Что за ОК? Это очки козла, блядь. Кожаный доспех, понятно. Это леголазовский. Увеличивает максимальное здоровье. Но у меня это было. У меня есть это кольцо, но уже типа надето. Укрепить оружие до 3. Понятно. Короче, маленькими осколками титанита ты максимум прокачиваешь оружие до плюс 3. Потом, когда ты собираешь большие осколки вот титанита, ты типа прокачиваешь где-то до плюс 5 там. А то может быть и больше. Большие осколки титанита особо нигде не валяются, поэтому надо с ними и поэкономнее. Давай попроще что-нибудь повесим. Это прыжок мне вообще не устраивает. Сейчас надо будет много кувыркаться. О, на же рыцаря нет. С рюшечками. Северные штаны, ну точно. На севере, блядь, такие штаны помогут. Потом можно будет, в принципе, мне пофармить, чтобы... какие-то сеты таскать. Ну, по идее, тут какие на тебе шмотки, это особо ни на что не влияет.
штаны клирика. Это магические. С чародея то же самое. Ботинки Дориан. Ну, пускай так будет. Короче, на мне полностью дацы от Дориана. Все равно прыжок хуеровый. Шапку. Ну, давай такие ушки повесим. Тут, конечно, полнейшая. Ай, блядь. Ебать, сколько я шапок уже этих одинаковых выбил. Маска тьмы. В принципе, без разницы. Пускай он намордник был. Ну-ка, теперь. О. Теперь анимация прыжка не нарушена. Пойдем к боссу. Осколок кости я сжег уже, да? Да. Жестов, по-моему, я тоже. Заклинание. Нормас. Все, пошли на босса. Старший волк Фаррона. Да, мне сюда. Короче, сложность этого босса в том, что он, блядь, сам себя клонирует. Кстати, я немножко не тут протонулся. Да, руины цитадели, вот меня прям сюда. Там же я дверь открывал. Там, короче, как, ты приходишь к боссу, насколько я понял, появляется второй такой же. Потом появляется третий. И третий бьется со вторым. Пока ты ему дохожу первого. Типа надо немножко продержаться или подождать. Как это работает, я пока не знаю. Ага. Третью чашку надо зажечь. Ну где ее взять? Но она явно не на башне. Но это точно. Вот там я ее уже зажигал. В принципе, я, по-моему, уже всю локацию прошел. Надо третью чашку, короче. Я думал, что уже все. Эти вот страдания закончились с этими уродами. Целый один хп. Пидоров еще не хватало тут. Так, тихо, тихо, ты на месте. Стой на месте. Так. Че, а, не хватает мне магии. Чалька. Ну тут типа хочешь магией пользоваться. Быстрей. Хочешь магией пользоваться.
Подай, короче, флягу Эста сохрани. В смысле, переделывай отдельно. Бля, и где же? Где же тогда может быть еще одна? Еще одна чашка нужна. Надо убедиться, то, что я действительно ли тут зажег. Ну подожди, там краб, по-моему, да? Что-то я... Да. Вот здесь мы поднимаемся, короче, на башню. Здесь обходим. Ну давай попробуем. Хер знает, может быть где-нибудь здесь эта чашка есть, еще третья. Вон какие-то ступеньки. Да нет, тут прыгучий этот клоун будет. Я его, если что, замудохаем этими бомбами. А, я бы попал. А хорош-то кидать-то. Впереди враг. Спасибо. Я заметил. Бля, где же чашка-то? В чем третий? Ну да, здесь я потушил ее. Нычка. Ржавая золотая монета. Что делать? Будем искать. Когда-то они взрываются из-под себя вот так вот, разъебывая просто все вокруг. На, не знаю, в радиусе, в диаметре точнее, метров 5, блядь. А когда-то нет. Я точно никак не пожить самостоятельно. Да. С чего бы это должно вообще получиться? Суки, пустите их, босс. Я не хочу еще чашку искать. Вообще в душе не ебу, где ее можно будет найти. Так, этот пидор меня там, да, убил. Ну его самое оптимальное вот на этом пригорке только валить.
конечно, он за дерево уйдет. Долгий замах. Короче, все бы ничего, если бы не голову эти ебанутые, блядь. Это, короче, как крабы, блядь, только крабы ебашат всегда по площади, ну, как бы, тебя вот так вот рубящими ударами тебя догоняют. Эти же хуярят самонаводящимися, блядь. Пиздец. Я пока просто не могу врубиться, как мочить этого урода. Который тут просто растыканный, блядь, на каждом квадратном метре. Так до хера, просто приглядеться. Тут их штук, наверное, 10 по всей локации разбросаны. Так, вот там наверху костер. Значит... Там явно этой чашки нет. Там один за мной уже, да, походу бежит. Бля, я чуть не попался. Давай, давай, быстрее руби. Хорош. Надо. Как-то надо ближе к началу возвращаться. Чмонать всех. Пиздец, я уже 2 часа на этой, в этой локации тусуюсь. Спасибо за мох. Где б чашку-то надо бить? Я отсюда пришел. Такая долго не возвращается. Вот именно то, что он сраный, блять, урюк. Короче, я отсюда возвращаюсь. Ну, в смысле, я вот отсюда прихожу. Где этот проход, блять? Я уже опять потерялся. Вот, я отсюда прихожу. Бегал вот туда. Там, получается, ты загибаешь, ну, поворачиваешь налево, там прыгун. Я его обошел с другой стороны уже. Чашки были всегда на этих, как его... Когда есть ступеньки. Вот я сейчас покажу. Вот тут вот ступеньки есть. С этой стороны. Вот. Таких ступенек только 2. По крайней мере, я только 2 видел. Вот, если тут забраться, тут прыгучий хер, как бы, и все. И ты, получается, если пройдешь на по правой стороне, вернешься обратно ко входу. Дальше болото, болото, болото. Все. Тут больше ни хера нету. Вот здоровые ходят тут. Понятно. Вот этот, который я первого убиваю. Там дальше. Вот пригорок с этим, с этим, с трупом, блядь, и всем остальным. Чё хуёво, то тут нормально не убежали. Андрей, слева направо,
Слева направо я как раз уже вдоль стены все обошел вокруг, получается. Чашки же 3 штуки надо, Андрюха, зажечь, правильно? Чтоб к этому парону ебучему попасть. Я же ничего не путаю. Вот одна только не горит, 2 я запалил. Окей. Где третью найти? Просто я уже вдоль вот это вот все внизу прошел. Единственное, это херня, короче, с чашками. Только наверху. Андрей Тихонов. Да. Вот. 3 чашки. Бля, может я там где-нибудь не был. Забыл стопудово. Вот как я не могу... Почему я не могу попасть в моба? Я попадаю одному нахуй в спину через второго. Андрей Тихонов. Там чашки, чашки, все попутно. От чашки к чашке. Ну конечно, ёпта. Сейчас ты меня, блядь, еще отравишь. Да пошли его, блядь, на. Вот, третья горит. Я ее вижу, где она горит. Ну, в смысле, я вижу наверху, где она горит. Там что-то с них, кстати, выпало. Ну, давай подберем хотя бы. Сколок титанида. Вот она горит, я ее вижу. В смысле... Горит она наверху, вот эта вот башня. Тут костер, типа, вся херня. Ну это ладно. Типа тупик. Башня у нас уже не видно. Вот эта шняга там горит. Вот здесь я больших этих залупышей стрелял. Вот они тут втроем тусуются. Это я обошел. Окей. Там у нас по дороге получается одна чашка. Потушил. Итак. Если бы я видел хотя бы чуть дальше, блядь, 2 метрах, было бы, конечно, охуенно. Понятно? Сейчас он мне... Понятно. Ебанутые мобы. Вообще. Так, давайте с самого начала. Все равно я в ту сторону примерно... И шел. Ну, либо я последнюю какую-то чашку просрал. Ну, типа. Первые ступеньки у нас вот тут находятся. Я это с другой стороны обходил, ну ладно, не суть. Вот первые ступеньки по прямой. Давай ты говоришь, то, что все типа взаимосвязано. Ну, в смысле, друг от друга, они попутно. Первая чашка тут. Потом. Тут, блядь, 2 уебаны. Они мне сейчас просто спуститься не дадут. Они меня заебашат. Сука, и тут тоже этот клоун бешеный.
по идее, всегда можно видеть типа с одной чашки в другую. Если ебать по прямой. Вот с правой стороны у нас, короче говоря, находится подъем на высокую башню. Там у нас суп с эстусом, хуй бы с ним. Вторая чашка примерно вот так, если двигаться. Вот по этому направлению. Там, по идее, чашка потом дальше до упора, если двигать, там краб. Вход к боссу. А единственное, что я вот прямо напрямки не топил. Я хуй знаю. Давай просто... Давайте попробуем так. Надо еще, по-моему, какой-то подъем, но, по-моему, это не он. Быстрее, блядь. Уебок нахуй. За угол зацепился и все. Так, отсюда. Ну я отсюда забирал. Какой-то лут, он точно тут был. Двуручный. Да, вот я здесь двуручный этот прикол. Двуручный ствол я тут забирал. Вон там какой-то подъем. Хуй знает, может быть. Ну что-то сдается, я там был уже. Хотя. Походу третью чашку нашел. Нет, я тут был. Нет, слушай. Я понял, почему, короче, не складуха была. Потому что я, короче говоря, сюда пришел, но они меня захуярили. Я посчитал то, что я тут был, короче говоря, и потушил эту чашку. Поэтому я вот именно этот пятак не исследовал. Ну и вроде все тут, да, больше делать нечего. Причем с двух сторон я мог сюда подойти. Если бы бежал, да-да-да, вот там самое начало. По прямой просто. Я, короче, сюда поднялся, но... Меня мобы замудохали, и я больше сюда не пошел. Вот она ошибка, я потом просто дальше продолжил исследовать. Понятно. Хуёво. Ладно, тушим, короче, их босс. Даже чтобы время не терять, можно просто портануться и все. К тому же я на этого, на здорового демона тоже время дохера убил и... Не обратил внимания то, что... Андрей Тихонов, перед воротами посмотри белый знак на земле. Ты что ли оставил? Знак призыва? Надо что-то тут убежать. Давай, короче, попробуем. Если я замужусь и мне будет он сложно его проходить, тогда я тебя призову. Их пидоров будет, блять, забэкстебить, конечно. Но
бомбами лучше. Одни из ебанутых, короче, мобов. Короче, ну тут всего, блин, два моба на всю игру, ну в смысле на всю локацию. Сраные прыгуны, блять, вот эти вот здоровенные пидорасы. Так как ты бегать особо не можешь, эту локу, блять, проходишь 10 тысяч лет. Че, подорвались? Суки рваные. К этому бы надо побыстрее подойти, чтобы не траванул. Нормас. Так, ну что тут, присядем, короче, да? Че, мы Андрюху найдем? В смысле, короче, это. Смотри, где-то есть. Пока нету. Может сожрать что надо? Ну там какой-нибудь око, какой-нибудь хуёк, еще что-нибудь. Кстати, а тут до босса-то еще бежать надо. Я меню трат. Здрасте, ебать. Чего война вообще началась? Блять, они ебнутые, что ли? Да, я ничего не понимаю. Что-то потравили со всех сторон, блять. Ага, вот это говно прибывает. Пидорас. Можно было их вообще типа не дергать, короче, они бы, думаю, меня бы так пропустили. Да, до фарона еще бежать, короче, походу. У них там свой, короче, аншлаг, походу. Эта лока вообще бесконечная, нахуй. Ну, хоть костер. По-моему, знак призыва можно оставлять непосредственно перед боссом. Вот прям перед его этим, перед его этим, как его, блядь, дверью. Я просто пока не знаю даже, куда я бегу. Блядь, а тут просто прорва нахуй. Видите, мы еще и ячерку захуярим, я смотрю. Минус ящерка титанитовая чешуя. А это срезка, походу, да? Получилось. Да, это срезка. Большое что-то волшебное какое-то оружие. Вот здесь у нас получается путь жертв, короче. Мужики с крестами, крабы и черный этот, как его. Черный этот олень, да. А че, он настолько жирный, что он не может пройти? Твоя мамаша такая жирная, что не пролезает даже в двери. Ну просто, чтобы поиздеваться, тупо я должен... Ага.
теперь он пролез. Тоже один из ёбнутых мобов. Так, ну значит где-то в другую сторону получается у нас тот самый заветный босс. Я его знаю, давай дальше осматривать. Бля, и хочется туда ёбнуться, и Коля здесь. А, пойдем. Цитадель фарона. Искупление. Я так понимаю, я тут внизу бегал. Да, это, короче, получается ты. Я вернулся в самое начало локации. Если здесь идти по стенке, будет вход. Я отсюда, да, пришел? Ну-ка, может быть, там как-то пробраться можно? Ёб твою мать. Неужели? Первый раз, кстати, ее получилось на мужика захуярить. Обычно она прыгала на меня. Видимо, чем ты себя непредсказуемее ведешь, тем больше у тебя шанс. Ну тут ебать, как надо себя непредсказуемо вести. Так, тогда чё, надо как-то добираться. Вот, чтобы их не бесить особо. Я вот в эту сторону схожу. Короче, давай обратно. Надо портоваться. Опять заново это все без одета, ёбнешься, короче. Старший, граница цитадели. Нет, ну явно не старший, руины. Давай хотя бы в руинах. Босс-то где? Чё ты заходишь, чё ты выходишь, хуяк-хуяк, ты уже опять, блядь, обратно вернулся. Попробую вот так вот тебя гоняют, потому что, блядь, тут все одинаковое просто. Так, окей, давай заново заходим сюда. Два хода тут. В прошлый раз я бежал по низу. Давай наверх. Сошел с рев. Как где боссом сзади двух рыцарей там в оконцу. Так, поразберем. Блять, я его не замочил. Ведение управления. К чему бы это? Придется до упора сюда идти. Вон там эти уже не снутся меня мочить. В коридоре с ними удобнее биться, потому что ты хотя бы понимаешь, что тебя. Да, и причем чем быстрее ты их убьешь, тем лучше. Пока они крылья свои не отросли. Не отрастили, короче. После этих птицы иди справа рыцари, не трогай там костюм. Так, сейчас разберемся. Это получается вот отсюда. Ты топаешь вот сюда. Здесь я бегал, уже это только внизу. Поднимаемся наверх. Тут у них, короче, будут мобы между собой драться. Мне прямо, вот она дверь. Вот она дверь к боссу. Здесь у нас костер.
Вот тут я еще не смотрел. Просто попылесосить локацию, будет ли что-нибудь еще тут полезного. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Понятно. Короче, вообще далеко не резон этих ребят всех мочить тут, потому что один вот такой рыцарь как бы может тебя замочить. Ну, последний, да. Я уже полный сет этих гавриков собрал. Треснувшее око. Ладно. Тяжелый самоцвет. А там что-то вообще какая-то бойня происходит. Видимо, эти какие-то мертвецы, короче, я забыл, как его называется. Да, вот они друг с другом что-то не поделили. А, пока они до меня не добежали, давай посмотрим, что еще тут можно взять. Просто чтобы... Ну, явно я уже к боссу не первый раз буду бегать. Кай-то я его атаки выучу. Я хотя бы посмотрю, что тут есть. Все собрать с локации, то, что полезно может оказаться. А потом уже напрямки двигать босса, никого не дергая. По правой стороне его можно будет тут всех обходить. Пилюля черных жуков. Так-то 17 косарей на кону. Потеряешь. Вот здесь, Андрюха, если смотришь. Ах, отчаяние. Может быть, это опасный враг. Вот здесь, Андрюха, ты можешь оставить свое, короче, начерченное мелом имя. И тогда я тебя смогу призвать. Все, что до этого люди чертят, это, по-моему, не срабатывает. По крайней мере, так было в первой части. Семнадцать косарей. Нет, я, пожалуй, пойду качнуть быстренько. Один левел. Я не хочу просто души тратить. Я по-любому сейчас просру, с первого трая мне этого босса не пройти. Плюс фляга будет и плюс один уровень. Волью в сил. Все равно надо к тому же учиться быстро до этого босса добегать. Так, отправиться. Да, храм огня. Петенька, и снова ты. Я много тебя слышал за это время, в том числе у тебя доброе сердце. Я тоже связан долго, но я могу предложить тебе свой знак. Я знаю, что путь к углям лежит через дружескую помощь. Если я тебе понадоблюсь, обязательно призови меня. Пусть луна благословит тебя на твоем пути. Хорошо. Когда понадобится самого исполнено. Понятно. Где-то у нас тут мужик должен быть, которому я постоянно разбивал стол. И он типа должен появиться. Наверное. Я не знаю. Давай. Как раз. Тютельку просто. Еще у меня, да, по-моему, остается.
500. Походу никуда ломанулся. Большой топор, вот, кстати, я его подбирал. Больше похожий на кусок чугуна. Если у вас хватит силы, чтобы поднять это оружие, то вам хватит одного взмаха, чтобы опрокинуть противника на землю. Андрей Тихонов. Оставь. Понял? Понял. Давай, короче, я сейчас попробую несколько раз. Посмотрю, что за босс. Если будет совсем труба, то я тебя призываю. Какой стороны? Вот с этой я, по-моему, пришел. Кстати. Они там... Надо на быстрый слот поставить. Херню эту с молнией. Вместо этого мы ставим... Вот это вот, да. Потому что у нас босс уязвим к молниям. Все, и по правой стороне. Вот. А нет, это не то. И он сюда не зайдет, зайдет. Кстати, знака я так и не нашел. По-моему, мне надо что-то сожрать, короче, чтобы я знаки начал видеть. Типа красное око или что-то такое. Чем тебе не Bloodborne вообще? Ну, тупо визуалом. Ему тупо пушки не хватает в одной руке, а в другой стоит в руке и не хватает этого пилы топора. И все, и будет очень похож на того персонажа. У тебя красные надписи по-другому, не как у меня. Так, их два. Надо третьего типа дождаться. Я пока... Тихо, тихо, тихо. Я пока молнией заправлюсь. Он мне отойти не дает. Декстер. Ну, добивай. Готов. Так. Мажемся, короче. Молнии. Бам, 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 бам. Чуть-чуть не дотянулся. Тихо. Отходим, блять, от него. Сука, сейчас клоны заебут. Они, по-моему, между собой там ебашатся. Ладно, пусть бьются. Теперь вторая фаза. Красные надписи по-другому, не как у меня. Здесь Dark Souls и тут морг делает. Они должны быть желтыми, а не красными надписи. Красные надписи — это конкретно послание игроков, ну типа сообщение только. А вот желтые надписи, как и в первой части, это призыв игрока.
такой я, ну, надпись сегодня уже видел, но это было там где-то 3-4 локации назад, когда я душу фармил тут перед стримом. Так что они такие же тут, эти надписи. Если я ее увижу, я ее точно найду. Они прям в глаза хорошо бросаются. Андрей Тихонов. Да-да. Так, погнали, вторая фаза. Надеюсь, у меня будет молния действовать. Да, молния действует. Где он? Так, не жадничаем. Андрей Тихонов. Красный чат. У меня один. Угу. Доп урон огнем он делает. И химица, сучка, не дает. Блять, мудак. Я ему половину ши. Потому что пожадничал. Тут надписи никаких. Никаких. Я потому что пожадничал, короче. Если бы я полез ему дальше, ну, перестал бы ему урон пытаться дальше влить, закрылся бы щитом, он бы тогда меня... Ну, только он, короче, тебе одну подачу наносит, он тебя начинает разъебывать чисто поэтому огнем. Он тебя сшибает стамину, остальное добивает огнем. Вот это вот всякая хуйня. По крайней мере, насколько я его мувсет понял. Поэтому надо не жадничать и потихонечку его вливать. Типа 1-2 удара, хорош. Бам, бам. Все, закрываемся. Потому что он и так стамину сшибает. Одной подачи. Все, надо уебывать. Когда их двое, по-любому уже жопа. Да убегай ты, блядь. Вот, наконец-то третий появился. Пока не до зубов ебашится. Только кто с кем хуй знает. Давай-то похилимся. Бля, по логике вещей, сейчас другой должен. А нет, все, он его добивает и идет ко мне. Я понял. Либо еще должен кто-то появиться. Да, захват, захват. Проебывает, сука. Короче, если бы подбежать ему, навалять пиздов, то он типа не успеет клонов призвать. Это прям очень надо быстро. Надо много стамины. Я, конечно, попробую сейчас меч в две руки взять. И нахуярить максимально в него урона, пока он не появился клон. Потом типа перекатами открыну, включать щит как-то так. Знака призыва до сих пор нет. Так, ну он сам ко мне бежит. Бам, тихо. Меч в одну руку. Где? Кто, блядь? Заебись, еще и моб нахуй ебаный сюда пришел. Просто чтобы меня замудохать в углу. Слава богу, то что я сбегал и просто души хотя бы влил в дело. А то я бы сейчас просто 17к проебал бы нахуй.
Так, ну, в принципе, чё? Я попробую прям с перекатами, короче. Просто мудохать этого пидора до последнего, пока у нас не появился второй. Так, чё ты делаешь? Блять. Всё хуйня, Миша, давай зам. Со щитом надо. Явно. Они отбивают щит, сука. Чтоб второй добил. Я такой, блин, просто. И нет, прям через щит ебаш. Я не знаю. Либо ждать, пока тебе один. Точнее, пока второй не появится. Точнее, третий получается. Чтобы. Два были пределы, короче, а в третьего ты мудохаешь. Давать ему как-то пизды. Потом, блин, еще вторая фаза. О! На вторую фазу придется с малым армом. Изи босс. Ну да, типа того. Сейчас мы чувствуем, блядь, на второй фазе пострадаем. Сначала надо, так сказать, понять и простить первую фазу. Это изи босс, когда ты с ним не бьешься в ближнем бою. Когда ты играешь за мага. Но есть такая тема, то что играешь за мага, считай, Dark Souls не видел. Так, вот их трое. Кто теперь со мной будет из них биться? Вот, блять, я что-то не понимаю вообще. Давай подождем. Одного-то явно проще, чем удохать. Вдвоем на меня. Ништяк. Чего, блядь? Так, ну вот, давайте, удохайтесь, короче, между собой. Ну-ка, о, блядь. Вот. Давай. Сейчас еще один клон вылезет просто. Здрасте. Окей, первая фаза. Теперь надо как-то быстренько от него съебаться и смолой обмазаться. Чей похилец? Понятия нахуй не имею, где он. Давай ты лечить быстрее, уебывать. Не, его надо в прицеле явно держать. Я не успеваю.
мажем. Получаем пизду. Так, все, не задничать. Только две подать. Да, блять. Все, у меня разъебал почти. Сука, раз на полполе у него удар. Я опять позадничал, стопудово же. Я вместо двух ударов сделал третье, но мне просто пробил до конца стамину нахрен, да и все. Почти. Но я смолу заборол. Вот это есть. Вот такая. Не знаю, насколько она эффективна. Она эффективнее предыдущей. Ему осталось-то, в принципе, хуйня вообще. Половина. Ну, то есть, короче говоря, если заряженным стволом, ну, в смысле, заряженной пухой на молнию его лупить, то ему буквально удара 4, наверное, надо сделать. Еще было. Того примерно 8 ударов вторая фаза сносится. Однако призыва нет. Да стопудово надо что-то сражать. А надеюсь, мод не прилетел сзади. Все, уходим. Да. Он ебасит просто по одному и тому же месту. Я, мне второй подбегает, сносит меня с ног, и тот добивает еще раз. Вот и все, нахуй. Тут надо немного выждать вот этот момент, когда, короче говоря, он будет отвлечен. Когда вдвоем на тебя нападают, ты ничего с ними сделать не успеваешь. Один сшибает стамину, второй добивает просто. Не потому что колющие выпады там есть и все такое. Как раз тебе сквозь щит въебать самое то. Попадает. 4 я ему могу влить. И тут же получает тонну урона нафиг. Потому что второй прилетел. Это пиздец. Так-то босс не, он не жирный вообще. Только их дохуя, вот в чем проблема. И вот эти ублюдки еще вонючие. Пробегают, бегут за тобой. Так, две подачи, не больше. Раз, два. Все, валим. Вон, сколько мне ударов вот сейчас, блядь, нанес бы. А второй появится. Это что-то его нет. Ну ладно. Я у него так же стамину сшибаю. О, все, понеслась, заруба. Ну, у нас пиздится, точнее, нет.
где у него подача, которая подкидывает тебя кверху. Давай, скипываем эту херню все. Кстати, неплохое время, пока он только идет за тобой. Как интересно, у него проходит удар, а потом только идет огонь. И отхиливаться он тебе не дает, он душный. Бан, и огонь догоняет. То есть, короче, ты только раскрываешься, чтобы ему долбануть, ты получаешь урон огнем. А вот он открывается. Вот у него окошко, короче. После прыжка. Блять. После прыжка, короче, ты заходишь куда-нибудь, ну, неважно, в принципе, с какой стороны у тебя окно появляется, ты его лупишь. И ты сбиваешь ему стамину, он стоит в шоке пока, короче. Ты можешь не больше двух ударов ему сделать. Потому что третий удар, короче, он тебе не даст уже захерачить. Так он и лупится. Но он душен, сука, тем, что, короче, он постоянно тебя прессингует. Постоянно лупит. Прям какие-то у тебя секунды остаются, чтобы смолой там смазаться или бахнуть Эстуса. Так, давай, два удара. Раз, два, все, валим. За три как. Вот, пожарим еще. Ждем третьего. Пока ты с ними ни хера не сделаешь. Потому что они слишком быстрые. У меня тупо стамина на перекат хватает и все. Да. Так, ну наконец-то третий появился. Три удара. Давай, наверное, сразу я смажу. Угу. Прыгать надо вот у него. Ну, либо к степ. Оп. На камбулику нарвался. Блядь, еще один, да, появился? Уебаны сраные. Там еще и третий, блядь. На, они слишком быстро, по-моему, вылезают. Четыре смолы. Придется, наверное, что, ехать, если что, покупать. Хотя, по-моему, и бабок-то не особо есть. Блять. Какого плана? Я уже забыл. Причем и он удар получил, но его типа подача проходит.
Но моя как бы идет там. Пизда, я на комбо нагнулся, ван хп, блядь. Да кто-нибудь из них меня догонит? Так, они там удохаются. Блядь, и бери цель. Вот куда мы идем. Давай, давай, давай. Постоянно пресс. Постоянный пресс вообще. Тебя да, ну реально, он сшибает стамину, тебя для удара стамины нету, потому что он тебя постоянно долбит в щит, короче. Ты максимум можешь только перекат сделать, у тебя на это удара хватает, ну как бы у тебя на это стамины хватает, на удар нет уже ничего. Если ты попадаешь на его комбо, короче, он тебя полностью уебывает всю стамину, короче. У тебя ничего не остается, как опустить щит, потому что у тебя тогда немножко быстрее она восстанавливается, когда он опущен. Бля, я пока, короче, одно с другим что-то связать не могу. MR.toaster. Не бей, убегай. Так даже на прыжок, понимаешь, нужна стамина. Вот в чем дело. Они догоняют. У меня максимум есть на перекаты. Давай тащи. Будем тащить, что делать? Перекат тоже стамину занимает. Фу, ты попадешь, пидор. 3, 4. Все, валим. 5. Все, я пожадничал опять. Я не получил этого удара, но... Вот видите, у меня ровно-ровно на перекат. Потому что он мне не отдает. Не дает мне просто буквально пару секунд, чтобы она восстановилась. Вот. Теперь я вижу, только она у меня остановилась. Но он тут же делает другой удар. Все, я его добил. Это один. Это один. Сейчас второй на меня сагрится. Мы покалечились. Выебнул. Так. Перекаты, он тоже делает. Но второй удар сейчас был лишним. Блять, точно. Второй не появляется. Он и третий полез. Кто кем берет? Они, походу, там троём удохнут. Заебись. Одного, главное, захуярили. Придется ждать. Но они мне сейчас не дадут туда смотреть. Лучше, конечно, этих гавриков цели держать. Давай, вставай, мужик. Давай. Я попытаюсь. Спасибо, Егор, за поддержку. Он, короче, умер от NPC, блядь. Его NPC-ка захуярила. Но сейчас мне все равно достанется на второй фазе. Что надо не забывать? Он сначала делает мах мечом, и потом его огонь догоняет. Надо именно окошко искать. Окошко появляется после. Заебись. Я ничего не смог сделать, потому что он пил. Мне анимация тупо не позволила. Блять. Теперь он мне съебаться вообще не дает.
Но ебать, он духный вообще. Вот максимально, насколько я его на секунду могу его от него отъебаться. Просто чтоб похилиться. Остальное время он прессингует. Вот, прыжок. Бам. Бам. Все, валим. Вот, и он тут же погнал. Если бы я сделал третий бы удар, то мне бы была бы пизда. Он бы меня расколотил просто. У него комбо идет то по 3, то по 5, по-моему, ударов. Кстати, там вот еще, по-моему, окошко одно было. Он просто дотянулся до меня. Вот окно. Блять, нет. У него еще один удар, оказывается. Тихо, 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 тихо. Кстати. А, блядь, ну куда ты на комбо-то лезешь? Надо сбоку к нему подходить. Когда вот подобные удары у него идут. Тут либо пилиться, короче, либо ловиться ему. Врыло пинать. Все, валим, 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 валим. Половина осталась. Блять, у меня две фляги тоже. Плохо дело. Ну вот сейчас бы я бы ему мог догнать, кстати. Да, я не дотянулся. Да и мне, в принципе, стамины у него, ему уебать не хватает. Вот, тихо, 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 кажется. Окно оставляет. Второй раз. Ну, нет, нет. Вау, подкинул. Пизда. Эй. Блять, короче. Мне успела килка прилететь, но пизда. Но у меня сейчас перекатами задолбит. Постоянный прессинг вообще. Да пизда, лечиться нечем. Ну и все, нахуй. До свидания. Я влетаю на комбо. Надо до второй фазы хилки как-то держать. Есть одна идейка. Нахуй подраздец. Хотя это мало что меняет. В душный то какой. Так вот. Он просто постоянно тебя держит в поле, короче. И от него не можешь съебаться. Да пошел ты нахуй, блядь. Постоянно вот таким образом только можешь от него уходить. И он тебя, естественно, догоняет. Он просто постоянно лупит. Лупит, 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 короче. Тебя... Блядь, мне этот ебаный мод уже просто спину хуярит и хуярит. Он достал. Ну, почему-то меня все решили отъебашить. Самый сложный. Ну, понятно, что какой-нибудь финальный босс, блядь, гораздо сильнее жопу надирает. Ну, или там предфинальный какой-нибудь. Dark Souls, каждый волк у каждого свой, короче, сложный. Блять, я со второго не отошел. Без пузыря. Я думаю, тут литр нужен. Блять, я застрял, короче. Нет, нет. Ну, третий, кажется, появился, да? Да.
Так, пускай они не бажатся. Бам. У меня уже минус 2 фляги. Ну и естественно, они пойдут на меня. Хули, ждем третьего. Ничего они сделать не дадут. Кстати. Пока идет один. Я просто в этом замете практически ничего не понимаю. Пока один идет на тебя, второй ползает медленно. Хуй знает, по кому там я сейчас ебашу. Я просто не вижу. Так, у меня есть немного времени. Пока не появится, сука, второй. Да ёпта, твою мать. Ну пизда, он вылез. Я просто не врубаюсь, кто из них главный становится. Тот, который атакует, но вроде нет. У них полоски, да-да-да. Короче, они по-разному, видимо, рандомно становятся. Блять. Ну и хули мне тут осталось 5 пляжек на целую фазу. Такое себе. С таким прессингом, блин. Тяжеловато. Так, у меня, короче, сейчас есть время смолу нанести. Бам-бам-бам. Где этот утырок? Допустим. Ну, я чисто так побаловался. Я просто увернулся как раз в его подачу огнем. Я хотя бы попробовал бомбы. Чуть-чуть они у него сшибают, но дело в том, что он гораздо быстрее их. Сейчас, блядь, добегаю, и смола закончится. Вместе с бабками. Не, его надо без смолы проходить. Без смолы чисто перекаты и все. Ёбаный моб. Постоянно достает. И тут я влетаю на комбо. Нихуя не видно. Блять, второй пришел. Один ходит медленно, второй пошустрее прям бегает за тобой. Блять. Эх, узнай. То ли штабины сейчас не хватило, то ли еще что-то. Иногда они просто как-то необъяснимо тебя убивают. Так, ну, раз, в принципе, качество, скажем так, переката ни на что не влияет, давай хоть меньше пиздюлей будем получать. Ну, так. На полмиллиметрика меньше, конечно. Все равно, похуй, какая броня тут одета. Главное, чтобы вот это вот дело работало хорошо. Здесь бы щит, конечно, стабильный, очень пригодился. Прям чтобы, короче. Блять. Иди нахуй. Иди домой. А, щит. Вот тут вот. Устойчивость 49 к физической, магической атаке. Это последний щит, который я получил.
Вот это даже пошибче, но он, блядь, весит дохуя, мне с ним не покататься. У меня с этого стамина больше прилетает. А этот типа пошибче будет защищать. Ну давай попробуем тупо сменить щит. Надо такой, чтобы этот пидор его сильно не сшибал. Прям чтобы он... Да иди ты в жопу. Прям чтобы он тебя лупит, короче. А его подачи не особо на это отражались. Полностью нахуй. Охуенно стабильность щит. Ты охуел, что ли? Ебеня ты, ебеня. Сейчас второй вылезет. Ладно, сейчас посмотрим, что по стамине. А, блядь, надо уходить. Один идет замедленно, второй бежит прямо на тебя. Так, вот это босс. Вот это босс. Иди сюда. Всё. Там мод подох. Делал. Прям за жопу его можно зайти. Спокойно, спокойно захуярить. Но главное не попасть ему в атаку, блядь. Все, до свидания, вторая фаза. Давай, короче, пока мазаться не будем, у меня времени чисто отхилиться. Потом он начнет прессовать сразу. Где он? Да чё тут камера, эта хуйня? Ну вот сейчас окошко было. Бан. Все, валим, 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 валим. О, камбуха пошла. Я не успею. Блять. Если бы я с другой стороны находился, можно было бы его пиздануть. Я не успеваю. Да? Не ожидал, сучка. Все, валим. Стамины тупо на удар. Желательно. Все остальное, блять, он просто съедает. Ай-яй-яй-яй-яй, нахуй пожадничал. Все, пока он там бит. Бля, еще бы пляшку упаять. Блять, съебывай. Куда полез? Бля, я просто не дотянулся чуть-чуть. О, блять, окно, я не достал. Вот хуй знает, насколько близко можно к нему держаться. Пизда.
Тихо, захват, захват, блять. Да пизда, лечиться нечем. Ой, у него комбо полетели. Все, валим, ну нахера ты жадничаешь, блять. Да ебись ты, колотись. Сука, я жизнь умерла. Где-то 4 подачи ему, я думаю, осталось. Ой, я так точно ему не пробью. Не достал. Тупо не дотянулся. Я дотянулся, странно. Ну пиздец. Зато он дотянулся, заебись просто. Надо больше хилок. У меня много хилок уходит на первую фазу. Надо типа закончить первую фазу хотя бы, чтобы у тебя было 9 хилок и полное здоровье. 9-8 хилок, полное здоровье, чтобы когда он только на тебя с огнем идет, чтобы у тебя было время смазать клинок смолой от молнии, на молнии. Потому что она бы в нему больше урона наносит. С огнем тут на него вообще ни хер лезть. Я, блядь, не совсем понимаю, это его хитбоксы, блядь. У него когда комбо начинается, он лупит вроде вперед, но такое ощущение, что он ебашит по площади. Блядь, ну все, пизда, они меня сейчас в угол загонят. Когда они вдвоем, короче, это все напоминает, как в шахматах, короче. Когда у тебя, допустим, ну или в шашках, когда у тебя там, допустим, две дамки, и у тебя надо съебаться от них, они там по диагонали тебя хуярят и так далее, блядь. Вот они так же примерно действуют. Да, ну что я, блядь, надеялся вообще? В смысле, я покинулся, что за хуйня? У меня анимация хилки не сработала, точнее она началась, но почему-то он начал прыгать. Хоть хилку не забрали. Не того ты берешь, блять. Слишком много хилок уходит. Все, ты только на комбо нарываешься, он тебя пробивает нахуй все здоровье вообще. Я остался, короче, без хилов. Да не бить ты, блядь, я даже не заметил, где он находится еще. Ну и хули тут три хилки, можно нахуй сдаваться, в принципе. Иди сюда, гандон. Да, ну мужика я. Хуйня забег. Сейчас он меня пиздит. Хули там, у меня три фляги осталось. Да хуя амбиции. Даже не буду смолу расходовать.
тупо полечиться и все. Вот когда ты его задеваешь, он тоже останавливается, он перестает прессинговать, он типа в ахуе стоит. Вот, и не дает похилиться. У тебя нет времени на это. Походу, два надо пузыря. Надо 10 пузырей. Вот сколько летусов, короче, столько и пузырей надо это более запить. И он на тебя настолько заебись съебывает. Блять, ну, пизда, тут комбо пошло. Он тут, он, по-моему, ударов 8, наверное, где-то так наносит, а то и больше. Плюс еще огнем у тебя дополнительный урон. Ты только щит открываешь, чтобы ебнуть, и все, он тебя пробивает до конца. Есть, конечно, одна идейка. Да, блять, идите вы нахуй. Есть одна идейка, ледяным мечом попробовать. Ну, типа, лед, огонь. Я вот это залупа. Вы серьезно, блять? Вы еще нахуй в предбаннике меня замудохай. Так, просто для эксперимента. Конечно, длинный меч тут лучше зайдет, в том плане, что... Потому что, блядь, он длинный. Тот же гандон еще крутится. Вообще, кстати, пора было от него съебаться. Не дает покилиться просто. Он как раз летит на... Как будто его анимация хилки, короче, начинает агрить, блядь. Смотришь на одного, второй ебашит. Где он? Ну вот сейчас... Тему было бы ёбнуть его. Не, пизду, сейчас вообще не вариант. Щит у меня. Вот это мне бы надо. Подпизнуть чуть-чуть. Не то. Да, блядь, ты просто его рубишь нахуй, а он, блядь, опрыгивает. Иди сюда, гандон. Бум-бум-бум, просто полетел нахуй. Надо с подачи тебе, блядь, въебал. И бежит дальше. У него, блядь, стамина, наверное, я не знаю, просто, блядь, с кулак нахуй. Так, а где нужный? Хуй знает, короче. Они вдвоем его замудосали. Какой-то, короче, о. Чего, блин? По 115. Короче, я заметил примерно один удар, сколько наносит. 357. Слушай, а может быть с мечом прокатит? Ну пизда, мне опять лечиться нечего. Он ёбнул туда, в ту сторону, короче, но почему-то это прилетело мне. Все, вторая фаза. Вторая фаза без хилов, короче. Как обычно, да. Идем.
просто атакует вот реально с половины примерно поля. MR.test. Просто сколько его подача долбанул куда-то на шару вообще. Блять, я че, по-моему, застрял. Чего, блять, куда ты полез? Если он крутится, допустим, по часовой стрелке, то ты и ты уже должен крутиться так же по часовой стрелке. Только, короче, блядь, ты попадаешь, короче, ну, то есть, если ты не угадал его движение, то он тебя въебывает просто не противоходе. Либо огнем, нахуй, либо он тебе подачу делает. Кстати, меч неплохой, он чисто... своей, видимо, спецификой ледяной, блять, наносит больше урона. Интересно, я когда-нибудь до этого пидора добегу, просто тычку в жопу не получив, нахуй, или нет? Пиздец. Кстати, еще где-то сколько тут? Ну, 12 я, по-моему, дохлый. И потом придется завершать на сегодня эти мучения. Если что, продолжим этого пидора мочить на следующем стриме. Потому что, ну, блядь. Я не знаю, сколько я с ним протяжу еще. 472 ему урона прилетело. Возможно, даже есть резон покачаться. Ну, в смысле, силу пофармить. Как я ему, а? За сандолем, правда, пизды получил. Он, боже мой, хотел меня атаковать. Тихо. Вот такие моменты, непонятно, кто кому пизды дает. Когда он тебя подбрасывает, тебе пиздец. Пол здоровья нету. Так, давай щит поменяем. Что-то как-то, блядь, с оленями что-то он, по-моему, не катит. Травяной как-то больше себя зарекомендовал. Кстати, есть щит черного рыцаря. По идее, он тоже должен быть неплох. Восемь перекатов. Ну, хер знает. Тут надо чисто стабильность как-то прошаривать. Сейчас ковыряться в статах что-то... нет желания. Да нихуя себе, в натуре я смог добежать, не получив тычку в жопу. Перекатами, блять. Уебаны. Это пиздец. Он все равно догнал. Бам. И комбо. Я ему прям на пороге смог пиздюхать на половину хп. Они все троем теперь на меня, нахуй? Нет, спасибо, ты. Вот этого надо хуйнуть. Иди сюда. Причем времени у меня не очень-то много. Бля. Давай, 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 ну-ну-ну-ну-ну. Сука, полетели, короче, подачи. Блять, осталось-то ему один удар, реально. Но я просто не успел отхилиться. Потому что вот эта вот анимация сраная, блядь, занимает секунды две, нахуй. В одну и в другую сторону.
А у тебя минимум, ну, максимум, скорее всего, 1 секунда. Просто между ударами. Насколько у него, от него надо безопасно держаться, я не знаю, потому что он по-разному тебя атакует. То на четверть поля, то наполовину. А когда огонь наступает, ну, точнее, начинается вторая фаза. Антонов заметил. Все заметил. Тут просто, знаешь, такой хаос происходит, то что вообще, в принципе. Какие-то вещи, даже которые ты заметил, замечаешь, ты начинаешь их, блядь, не замечать это. Потому что постоянный вот это вот хаос, который тут происходит, кто кого лупит, непонятно. Блять, а чё он так рано вылез-то? Ну пизда, все, крутимся, чё. Короче, ребят, последняя попытка на сегодня все. Да я уже подзаебался. У меня вот эти уродов, блядь, в глазах рябит. Отойти, вылезет. Надо мудохать, на ком цели висит. Так. Угу. Блядь, я застрял. Я заплылся в какой-то горшок ебучий. Гинеколог, ну это пизда. Я запрыгнулся, блять, в горшок и не смог от него съебаться, и он меня просто стамину сбивал до конца. Если бы я немножко подождал, были бы все шансы. Ладно, все, давай последний раз. Не думаю, что у меня это много времени займет. Типа минут 5 у меня еще есть. Андрей Тихонов. Тяжело первые 500 раз, потом привыкнешь. Ну да, типа того. Сейчас у меня очко развальсует как следует. Антона, иди на песню. Или на ерце. Не совсем уверен то, что насколько я правильно выбрал меч. Все один раз и отдыхать. Да. Ну потому что сейчас смысл заебанным, просто сейчас себе голову въебывать. Валить надо. У меня всегда автомина на нуле, брат. Где? Где? Все, я понял. Сука, я никого в цель не могу схватить. Остановиться и повернуть камеру. Остановиться, повернуть камеру, у меня тупо возможности нету. Вот, спасибо. Мне дали целых 2 секунды. Полетел. Какого из них будет дохать-то? Они там все втроем, блядь, перемешались. Угу, все, я понял. Вот этого пидора надо. Уйди там. Ага. Он же тоже прыгать имеет. Оп. Блядь, не-не-не-не-не, вообще не вариант. Да. На вторую флягу тупо времени нет. Так, стамина. Подбегаем и ебашим вот этого пидора. 9 флягок, так-то. Все шансы. Я даже... Почему? А, я не могу этот меч смазать, потому что, сука, он зачарованный уже. Спасибо, Кидатака, блядь, ты лучший Кидатака, сука, в мире. Блядь, да дайте камеру зацепить за него.
пока не бьется в камеры, он тебя валит. Та-дам! Не, хорош, правда, на сегодня. Спасибо, ребят, за поддержку. Надо отдохнуть от этого гомика и с новыми силами сразу же, я думаю, с первого двух тычек я его завалю. Ну, в смысле, с первых двух попыток. Сейчас просто уже мозг заебался, еще на этом демоне здоровенном. Сколько он мне крови попил. Сейчас надо отдохнуть, короче. Привести, так сказать, башку в порядок. Нейронные связи поймут технику боя. И с первого же раза этому гандону, который сам себя клонирует, дать пизды. Может быть, хуя даже дать ему. Я точно пока не определился, но думаю, да. Сейчас просто лупить его можно еще 10 часов, заебанный. К консенсусу так и не прийти. Вообще, надо еще определиться насчет меча. Стоит ли с ледяным мечом на него лезть, либо все-таки с длинным двуручным лупить. Хуй знает. Еще подумаю. В принципе, этот больше ударов наносит, но меньше хп у него сносит. Длинный, больше шансов и до него дотянуться, но меньше ударов на этот, на подачу. Типа 4 удара. Этот наносит 6. Тот наносит 4. Надо считать, короче говоря, количество перекатов, количество, сколько ударов можно долбануть по нему. Плюс еще длинный меч можно обмазать смолой. Есть еще, кстати, смола тьмы. Я не знаю, насколько она хороша для него. Но явно не огненная. Какие-то смолы на него не пойдут. Бомбы тоже такое себе. Попробуй, блять, у него бомба еще попади. Ладно. На сегодня все. Всем спасибо, ребят, за поддержку. Короче, отдельное спасибо за донат. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайкосы, там, пишите комменты. Хотите, не пишите. В принципе, похуя. Лайки, комменты сейчас ни на что не влияют. Так что. Кому надо, тот напишет. Ладно, всем пока.